Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию такой вот интересный, оригинальный набор от фирмы ICM. Как написано на коробке, армия группы «Центр». Как мы видим на бокс-арте, стоят немецкие пехотинцы, грузовик «Мерседес 3000», немецкий внедорожник и водителя данных автомобилей. Все, что вы видите на бокс-арте, это все входит в набор данной коробки. Очень красивый рисунок, все добротно, качественно нарисовано, все видно, красивая коробочка. И сразу хочу заметить, что она довольно крепкая. Спокойно выдержит пересылку по почте даже в мягком пакете. Коробка выполнена из глянцевого картона, поэтому немножко может бликовать, не обращайте на это внимания. Как видим, набор в 35 масштабе, каталожный номер DS3502, пехотинцы немецкие, внедорожник, грузовик, но не указаны водители. Но водители в наборе, друзья, присутствуют. Компания ICM сейчас начала делать очень много интересных наборов, комбинированных, как этот, что очень хорошо для тех людей, для тех моделистов, которые занимаются диорамами. То есть, купив один данный такой набор, можно сделать или небольшую виньетку, или хорошую диораму. Как видите, в наборе очень много литников. Так вот, продолжу про наборы. Будут картиночки, ссылочки на другие наборы от фирмы ICM. Есть набор, в этом углу будет, с немецкими внедорожниками. Там три легковых автомобиля внедорожных немецкой армии. И есть набор в 72 масштабе, будет в этом уголке картинка, для, или точнее под Афганистан. Там порядка 4 или 5 моделей, точно не помню. Но вы можете посмотреть на сайте производителя, там все точнее информация по этому набору. Ссылочка будет в описании под видео на данный набор и на фирму ICM. Как видите, литники все запакованы в целлофановые пакеты. Сейчас все распакую за кадром и продолжим обзор данного набора. Сразу хочу начать обзор моделей с инструкцией. Как видите, в наборе их сразу 5. Германские водители, водители армии Германии. Глянцевые инструкции, хорошо нарисовано. Цвета и номера красок, которые нам понадобятся в раскраске данных фигурок. Литник с оружием и снаряжением пехоты армии Германии Второй мировой войны. Следующий набор. Германская пехота на 1939-42 год. Набор состоит из 4 фигурок. Инструкция на немецкий грузовой автомобиль Второй мировой войны. Как мы по значку увидим, что это Mercedes L3000S. Стандартная инструкция ICM сделана в виде книжечки. Здесь мы видим такая вот декаль довольно хорошего качества. Номера и Люфтваффе, так сказать, общевойсковые. Обозначение
тактические. Перейдем дальше. Инструкция сделана, как я и сказал, в виде книжечки. Довольно хороший принт. Все схематично видно, понятно. Уже собирал моделей от фирмы ICM очень много. И КАМАЗ, и ЗИЛы, и автомобили Второй мировой войны. И скажу, друзья, сразу остался доволен. Все очень хорошо собиралось, хорошая стыкуемость, очень хороший пластик, хорошее литье. И наборы по сложности подойдут даже для начинающих моделистов. Конечно, при желании можно дорабатывать, добавлять какое-нибудь фототравление или какие-нибудь еще дополнительные детали. Ну и даже из коробочные наборы выходят очень хорошими. Все схематично, четко, понятно. Хорошая, качественная инструкция. В конце видео будут более четкие фотографии. Потом, кого, если что-то заинтересует, можете на фото рассмотреть получше все. Стандартный немецкий серый. Лето 41 года. И Северная Африка, пустынный немецкий цвет, 42 год. Также камуфляж, Италия, 44. То есть, как видим, данный грузовик применялся немцами на всем протяжении мировой войны. И инструкция на легковой стандартный внедорожный автомобиль КФЗ-1. Довольно интересный внедорожник. Такая вот декаль. Точно с такими же тактическими обозначениями, как и грузовик. Только декали сделаны под данный внедорожник. Есть отличия. Но, судя по тактическим обозначениям, можно их делать одной части. Стандартная инструкция в виде книжечки. Также в наборе мы видим, что дается вооружение, карабины, винтовки. Тоже очень хороший принт. Собирал я один из внедорожников и остался очень доволен моделью. Видео у меня, кстати, есть по сборке на канале. Хорошая инструкция, довольно все понятно. Проблем при сборке, я надеюсь, у вас не возникнет. Ну и посмотрим опять же расцветку данного автомобиля. Стандартный серый, июнь 42 года, 16-я танковая дивизия, 11-я танковая дивизия. Ну, камуфляжных расцветок на автомобиль нету, но можно посмотреть, поискать фотографии в интернете. Я думаю, данный внедорожник также применялся на всем протяжении войны. Начнем обзор летников с внедорожника. Летники сделаны из серого пластика. Как видим, очень хорошее литье. Все довольно неплохо отлито,
Нету ни облоя, ни утяжин. Следы толкателей все спрятаны на тыльной стороне деталей, что очень хорошо. Очень хорошо отлито оружие. Данных литника в наборе 2. Видим небольшой след от стыка пресс-форм. Он без проблем уберется. И вот такой вот литничок небольшой с мелкими деталями. Шансовый инструмент от лопаты. Еще один такой литник. И очень хороший литник с прозрачного пластика для остекления данного внедорожника. Теперь рассмотрим литники грузового автомобиля. Набор состоит из трех литников песочного пластика, литника с прозрачными деталями и резиновыми покрышками. Данные литники тоже отличаются очень хорошим качеством. Хорошо пролиты даже мелкие детали. Хороший, приятный на ощупь пластик. Следующий литник. Выполнены диски. Значок Mercedes. Глушитель высверлен, тоже очень приятно. Хорошо выполнены рессоры. Надеюсь, данный автомобиль труда в сборке не составит. Деталей не сильно много. Так сразу не скажу, сколько деталей, но вижу по набору, что деталей немного. Элементы кузова. Все также очень хорошо пролито. Литничок с прозрачными деталями. Очень хороший пластик, хорошая прозрачность. Сейчас посмотрим на примере листика. Видите, все очень хорошо видно через данные стекла. И покрышки выполнены из резины. Ну, а теперь рассмотрим литники с оружием и снаряжением пехоты армии Германии Второй мировой войны и литники с фигурками пехотинцев и водителей. Все очень хорошо отлито. Мелкие детали очень хорошо пролиты. Даже видно курок на автомате. Хорошо сделаны
противогазные бачки, даже ремешки хорошо просматриваются. Фляга со стаканом. Котелок. Саперная лопатка вместе со штык-ножом. Очень хорошее качество. Очень хороший набор. Литник. С водителями. Даже прорисовка на бляхах видна очень хорошо. Портупея. Стандартный солдатский ремень. С прягой. Лица все разные, не однотипные. Еще раз, друзья, повторюсь, для моделистов, которые любят заниматься диорамами, набор очень шикарный. На этом, друзья, буду заканчивать видеообзор. Кому интересно, продолжаем смотреть дальше и смотреть фотосессию. Еще раз хочу повторить артикульный номер набора DS3502. Всех благ, друзья, вам, вашим близким. Кому интересно и вы еще не подписались, оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее.